Харі Кришна. Я із Росії, преданная Кришне. Прийшла в сознание Кришны в 2001 году. Я не сразу пришла к Богу, но я искала Его долгое время. В моей жизни я интересовалась и искала. Мне интересно было само знание о Господе, кто Он, что Он, чем живет, как дышит. Потому что я не могла поверить, что я живу в таком мире, где никто не является главным. В моем понимании всегда было то, что есть кто-то, кто всем управляет. То есть есть какой-то высший разум, есть Бог. Вот. И это стремление найти, то есть поиски знания о этой личности привели меня в сознание Кришны. Привели меня к преданным. И именно через милость преданных, через общение с ними я встала на духовный путь. У меня появился духовный учитель. Я мало того, что я стала читать книги о Верховной Личности Господа, я еще вдохновилась служить, заниматься служением. То есть каким-то образом вступать уже в отношения с тем, кто близок к нему, с его преданными. Каким-то образом помогать им, участвовать в процессах, в которых они заняты. И мне это приносило огромное счастье. Я обрела умиротворение, удовлетворение и как бы покой, потому что мне уже не надо было чего-то искать такого. Я просто поняла, что я дома, я среди своих, и этот процесс приносит мне счастье. Я нашла как бы свой путь и искренне желаю всем, кто слышит в данный момент меня или видит, тоже найти свой путь и стать счастливыми. Харе Кришна.